Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, капитан футбольного клуба «Тоталь». Это наш бомбардир лучший. Иван Нарский, который сегодня забил два гола. Мы нашли свою игру наконец. Сегодня играли в атакующий футбол позиционный. Находили нужные моменты, играли на контратаках. И этот человек сегодня забил девятку со штрафного, а потом просто переправил филигран одним касанием. Ваня, скажи пару слов. Нужно отметить, конечно, то, что сегодня была непростая игра. С самого начала как бы мы давили, но потом постепенно инициатива перешла к нашим соперникам. Но в итоге на второй тайм вышли, нервы все отбросили, потому что все-таки мандраж присутствовал. Нам тяжело переключаться с ЛФЛ на такой мини-футбольный формат. В конце концов нашли как бы командные связки, заработали и вот забили в двух контратаках, чему я несказанно рад. Но сегодня была, конечно, трудная игра, и стоит отметить, конечно, соперника. Нашего вратаря, иди сюда, Серега. Человек, который дебютировал на воротах. Потому что они действительно сражались, и игра была равная. Но я рад победе. Да. В ЛФЛ удавалось забивать такие голы со штрафных? Как-то тренировали такое, да? Конечно, забивали такие голы, там ворота больше, там удобнее пробивать. Но здесь, конечно, это был филигранный удар. Честно говоря, повезло. Что сказать? Но я рад. Главное, второй гол чисто вратарский. Мой. Да, передачи в мини-футбольном стиле. Главная победа команды. Вот, все. Когда соперник вас вот поддавливал во втором тайме в середине, не было тревоги результата? Самое главное, что узнали, мы что здесь добились, это победа своего психологического состояния. Мы не рассыпались после прессинга. То есть мы совладали со своими нервами, со своей усталостью. Самая главная команда осталась как 300 спартанцев стоять и защищать ворота. Потому что ошибки прошлых матчей, когда мы после прессинга рассыпались, мы ушли. После этого выиграли уверенно в ЛФЛ, и сейчас мы продолжили наши треугольники наигранные. Да, поэтому теория звеньев, она работает, и наши тройки, которые мы отрабатываем всесторонне на тренировках, в ЛФЛ здесь, они дают свои плоды, как-никак. Будем прогрессировать. Спасибо, удачи. Спасибо вам.